Всем привет! Это наша любимая игра Клондайк. И что ж, мы продолжаем чистить временный остров «Безумный день». Вы знаете, при помощи этого острова все, что я в первом видео набирала мелкого, я вывезла уголь и все остальное такое интересное, и я собрала энергию даже больше, чем, как говорится, мне надо было для того, чтобы убрать те камни, которые я нашла на данный момент. Немножко сделала насчет энергии больше, конечно, жалко. Мне сейчас ее некуда пристроить, ну, пропадет. Но остров надо продолжать чистить. Уголь я убираю сюда не более 40-45 ударов, для того, чтобы не было больше... Ой, перестаралась. Я накопила максимум очков, но, к сожалению, видите, когда больше, получаются те большие глыбы, которые я не люблю. Ну, поезд ушел. Нажала нечаянно так. Скажем так, так вышло. Так, все, 15, этот камень я доубиваю до конца. Теперь берем, ой, еще 57 осталось. А, ну да, было ж лишнее. Я думаю, чьи-то оно, вот 50. Так, тут можно комби ставить обратно, 50. 7, 8, 9. И 39. 89 убираем. Кстати, я привезла на остров, но без видео не снимала, делаем. Даже лишнее я привезла, думаю, на всякий случай пусть будет, если что, потом заберу. И теперь мы можем убирать с вами вот эти вот ягодки, которые выпали у нас на этом острове. Давайте посмотрим, что выпадает. А, замедлитель роста, ну да, как это я совсем сделала, обрадовалась, за замедлитель-то совсем забыла. Увядшее дерево. Так, 15. И раз, два, 19. 29, 39. 89. Сейчас уберу этот камушек. И если что, будут большие камни, я опять присоберу и опять вывезу и смогу убрать сама без помощи компаньона. Я вообще решила этот остров попытаться вырубить без помощи. Помощь даже не переставляла на этот остров. У меня там стоит на другом, пусть себе стоит, никому не мешает. Хочу показать просто, если у вас нет компаньона, сможете вы сами или нет. Я понимаю, что, конечно, хорошо умечать на 88 уровне, но все-таки я думаю, что если я смогу, то и у вас получится. Так. 30, 35, 39. 89, где-то я видела, вот у меня еще два больших, тоже надкусанных. Ой, я забыла комби поставить, бывает. Так, раз, два, четыре, пять, раз, два, три, 39, раз, и 89, стучим. Так, ну еще обнаружены тайники были, а я его вроде не открывала, я вроде находила тайник, но вот что, у меня уже что-то путаю, наверное. Мне, по крайней мере, казалось, что я нашла тайник. Ладно, неважно, если что, он еще... Он все равно никуда от меня не денется, правильно? Правильно. Так, теперь давайте уберем на 75, 35, 70. Где же этот камушек был? Чтобы уже спокойно идти дальше, вот он. Он просто за ним стоит на 120. Поэтому я решила его немножко раз это самое освободить, чтобы получить доступ к нужному объекту, скажем так. Все. Доступ до него есть, и я могу смело продолжить чистить остров дальше. Так, на всякий случай, вдруг у меня будет много энергии, чтобы можно было ее знать, куда применять. О, видите, еще два камня обнаружено. Камушков хватает. А сначала я думала, когда остров начался, что он фактически детский.
вообще без камней. Ну, бывает и такое. Каждый может ошибаться. А вот тайничок у меня открылся. Видите, вот тайничочек открываем. И идем дальше. Смело двигаемся вперед. Ну, по большому счету, надо было бы, конечно, слетать, сделать опять яблочки, но я пока без них обхожусь. Пока решила тратить то, что привезла, а там будем видеть. Уже поснимаю, позаписываю, а там уже буду экономикой заниматься. Хотя потом же, смотрите, на этом острове, да, всегда на острове, когда вы чистите остров, вы тратите энергии намного больше, чем привозите полных коллекций. Причем это в разы. Ну, посмотрите, нас же никогда это не останавливало, и мы все равно всегда вычищаем, потому что помимо коллекций с энергией, у нас бывает еще много чего интересного с островов. Как ресурсы, так и другие коллекции. И нам-то надо все. Так, тихо. А сейчас у нас задание было какое вообще, в принципе? Вырубить корни. А, ну да. Раз. И два. Этот корень мы вырубили. А с него выпало то, что мне надо было, да? Нет. Ладно, сейчас мы еще корень поищем. Методом исключения. О, их 8 штук. Тут нам сюда, если что. Так, это мы открываем. Это мы открываем. Вырубить корни нам это дадут. Ой, какой ценный подарок. И ядовитый плюс еще надо выкорчить. Ага, до него мы еще не дошли. А вот и корень. Раз. Два. Идемте. О, я видела хорошую. Камень на 120. До него надо добраться. Он должен быть открыт. Если что. Если захочется порубать, называется. Да елки-палки. Хочу брать рядом камушек, чтобы не мешал. И цепляю. Бывает. Есть. Вот еще наша находочка. У меня плюс 10 уже заканчивается. Конечно, это очень плохо. Ну, все бывает. Давайте уберем эти сухие деревья. То они портят нам внешний вид. Так, 35. Ой, ну, я сейчас это все отвезу домой, потому что, во-первых, накидано, во-вторых, энергетики. Реально. Конечно, главное не захватить те, из которых выпадает энергия. Вообще, они пока еще полежат. Они мне не мешают. А я уже ничего не захватила такого, если что. Если что, нормально. Так, 39, 54 убрать. И это тоже надо. 35, 50 есть. Все, нету места. И такое бывает. Домой. Поехали. Наверное, сейчас поеду домой и разочек съездю. Хотя бы разочек съездю за яблочками. Очень жалко мне плюс 10, плюс 15 тратить на траву. Экономная я. Ну, конечно, выпало энергии, но энергетиков. Ну, не так много, как хотелось бы, конечно. Так. Где мои яблоки? Куда
Ях я за яблочками молодильными. 40. Есть. Ага, раз так, значит, не хватает уже у меня. Точно, я угадала. Спиночку установили. И 200 яблочек накинули. Так, продукция. Где? Все свое ношу с собой. Вот так. Все. Теперь можно смело отправляться. Я, конечно, здесь тоже могла бы летать, но мне почему-то очень мало керосина еще пока. И поэтому летаем мы редко, только если далеко. А в основном есть. Думаю, ладно, откидные спинки эти не проблема. Сделаем. Главное, чтобы было комфортненько, чтобы можно было побольше увезти. Если бы у меня стояло так, как в Одноклассниках, там у меня по 1000, то да, жалко. А так, спинки по 250, их не так жалко. Поэтому можно смело. Так. Маленький запас яблочек есть. Домой ехать. Так, сейчас пару раз слетаю, а потом продолжим чистить. Так, разгрузить. Хоть уже хоть что-то. Посмотрите, вот пару раз съездила, яблочек привезла. Теперь можно смело продолжать. Ну как, не сильно, конечно. Но продолжать расчистку. Тем более, что у меня еще вон ого-го капусты. Так, продолжается наш безумный день на безумном острове. У наших разработчиков уже закончились таланты, как острова называют, так они уже как могут, так и называют. Так, я так понимаю, это дерево 55. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перенажимала. Тридцать семь, тридцать восемь, пятьдесят пять убирать можно. Ну что ж, двигаемся сюда потихонечку, потому что тут у нас эти корни. Я опускаю корни. Скоро прорасту. Так. Ну, нашла еще тайничок. Так, это надо убрать. 75. А тут сколько? Тут тоже 75. Раз, два, три. 35. Плюс 35. Браво, даже ей не понадобились по большому счету пока. Если что, или потрачу так, или домой привезу. Раз, два, три. 35. И еще 75. Еще корень у нас. Это сколько? Это 55. Так. Ага, у меня закончились плюс 10 здесь. Мы все равно его убрали. Чтобы он нам не мешал. То закрывает весь пейзаж. Так. Это я тоже сейчас уберу. Обратите внимание, вдоль острова идет такой, как ручеек, за пределы которого мы, в принципе, выйти пока не можем. Ну, ничего, постепенно дойдем. Я даже знаю, я даже вижу, куда. Я уже просто хочу здесь так вот немножечко расчистить внешний вид, скажем так. Ой, сейчас будет нет энергии, точно. Не успела нажать, бывает.
А чё этот корень не убрала, интересно? Никто не знает, и я не знаю. Так, и кого, сколько корней я вырубила? 5. Ещё, а где ж мой плющ? А, мы пойдем другим путем. Хорошо. Мы идем за плющом. Интересно же посмотреть, как он выглядит. Мы что, его еще не видели? И... Ого! Упс. Ага, пока мы не вырубим все корни, плющ вырубить мы не сможем. Так что ни в чем себе не отказываем, рубаем корни. Не стесняемся, как говорится. Это еще корень. Еще корень. Я ж думала, что можно параллельно. И корень, и плющ. Оказывается, нет. Теперь буду знать. Тихо. Стоп. Плюс 50. Опять обнаружено на 95 ударов. Уже потом уберу. Вот еще корень. Я так думаю, что все, да? От чего это я так? Я не доделала, что ли, их? Стоп. 0,3. Ха-ха. Мне надо еще привести. Ну я домой. Ну что ж, я слетала. Раз. И два. И еще остался один. Надо его найти. Скорее всего, это вот тут. В зарослях. Кстати, у нас расчищено уже 23%. Скажем так. Убираем кустики. Ищем корни. О, есть. С корнями закончено. Теперь можно плющ. Ха. Канат. Так, а сколько плюща у нас? Он, наверное, один, да? Значит, надо 5 канатов привезти. Сейчас. Так, убираем плющ. А, и тут 3 стадии. Ой, хорошо, что я проволоки больше привезла, чем надо. Ага, а доски нет. Так, теперь я, значит, беру, убираю комби. Здесь уберу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Надкусила. 97 осталось. Сейчас возьму немножко. Заодно, как говорится, уберу пару камушков. Раз суть додела, вот это вывезу все. Камушков хватает, так что надо потихонечку заниматься поставленной задачей. Так, а что я говорила, сколько мне надо? 3 доски. Домой. Разгрузить. Итак, сколько у нас насыпалось энергии? Ну, по крайней мере, один камушек на покусать, а другой съесть мы сможем. Так, 1, 2, 3. Захватить энергетиков уже, раз такое дело. Насыпалось аж, почему нет?
Так, быстрейше. Поехали. Так, в принципе, я так думаю, что я показала вам середину острова и эти наши плещи. Сейчас посмотрим, что будет в следующей части этого временного острова, когда мы достроим. Так, мы получили наш щедрый подарок. К нам пришли опять дядьки о чем-то договариваться. Скорее в лабораторию. Это хижина. Лаборатория у нас. Ой, 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 сейчас нечаянно потрачу энергию. Не, успела. Теперь нам надо собрать их, кстати, ядовитого плеща, приготовить ростки. А где он собирается, сейчас нам покажут. Скорее всего, здесь. А, нет. А, это вот тут. Цепи, доски, арматура. Шуточка, ладно. Сейчас понадкусываю камни. Какие эти? Эти. Тут я возьму 23. Так. Тут на 120 полностью уберу. И поеду делать то, что... Вернее, привозить. То, что от меня просили. В принципе, с пустыми руками не поеду, поэтому... Так, сколько тут? 89 и 9 ударов у меня лишних. 9 ударов мы применим. Так, тут 120, тут еще 2 по 120. Так, 9 здесь. Не-не-не-не, подождите. Нет, 9 здесь. 9, а этот за 120 я просто уберу. Ну, как видите, я до сих пор обхожусь пока без компаньона. И, в принципе, это все нормально. Этот остров, да, тут есть большие камни, но их не прям так много. И все это реально строим. Опять ехать надо. Это вот единственное, что мне на таких островах не нравится, это бесконечные путешествия. Ну что ж, я предлагаю достроить и посмотреть, что здесь делается. Вода, канат, делается экстракт ядовитого плеща. И опять домой. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а сейчас теперь давайте оценим ситуацию, сколько нам надо их делать штук. 9. Давайте считать. Надо сделать 9 штук. Так. 9 штук. А на каждую штуку надо 2 каната. Это значит, надо 18 канатов провести. Итак, мы делаем теперь здесь. Ага, надо ждать минутку. Значит, это делается не сразу. Ну, ничего страшного. Ну, в принципе, я продолжаю чистить остров. А видео, я так думаю, что в 5. 9. В принципе, можно заканчивать. Я показала вам середину острова, процесс расчистки. Ой-ой-ой, я комби не поставила, плохая девочка. Все, поставила. Как убирать здесь камни, которые, как говорится, реально пока убираются. 39. Да, конечно, это благодаря тому, что должна быть пекарня, чтобы сделать себе плюс 50, чтобы можно было. У кого нет пекарни, конечно, тому будет туговато. Но, в принципе, все реально. И на этом я хочу сказать вам большое спасибо, кто смог досмотреть видео до конца. Ставьте лайки, дизлайки, кому как нравится, не нравится. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Кому нравится, можете поделиться видео, чтобы кто-то мог посмотреть еще. И я думаю, что на этом все. Пока-пока!